Привет, ребятушки! Вот они к нам подобрались наконец-то, эти майские праздники и длинные выходные, поэтому отдохнуть надо по полной. С вами видеоафиша и я, Дмитрий Анциферов. Подобрали для вас самые лучшие и самые невероятные события. Начинаем отдыхать. Фестиваль тяжелой музыки в Гауди. Приедут коллективы из Ярославля, набережной Челнов, и будет невероятно тяжелое зрелище. 3 мая Metal Fest 1.0 в Гауди. Если вы считаете, что в Кирове нечем заняться, то ждем вас на презентации. На презентации возможностей туризма. В этом году, кроме разных активностей, будет еще и виртуальный полет над городом. Начало в 12.00. Открытие летнего туристического сезона 4 мая в парке имени Горького. А теперь важная информация. Сохрани это видео, ну или хотя бы сделай скрин, чтобы не потерять. С 10 до 11 утра торжественное прохождение войск на Театральной площади. С 12.00 открытие акции «Бессмертный полк у Вечного огня». С 14 до 22 концертная программа на сцене Театральной площади. С 22 фейерверк в сквере у фонтана. Пешком по Вятке – мероприятие, которое до сих пор остается бесплатным, авторским и неформальным. Гулять можно как одному, так и со своими друзьями. Эти прогулки растягиваются на километры 9, 11 и 12 мая пешком по Вятке. Вятские холмы – это серия беговых событий. Массовые забеги, полумарафон и марафонская дистанция. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность, а участвовать может любой желающий. Ну что, ребята, вот это все мероприятия на ближайшие длинные классные майские праздники. Не забывай подписываться на все наши соцсети, ставь лайки, делай репосты, ну и, конечно же, переходи на портал свойкировский.рф в раздел «Афиши», ведь там более 500 мероприятий ежемесячно. Ну а с тобой была видеоафиша и я, Дмитрий Анциферов. Всем пока, хорошенько вам отдохнуть на майских.